Друзья, приветствую, с вами фитнес-тренер Илья Терентьев. Знаете, когда я смотрю фитнес на YouTube, у меня складывается такое впечатление, и, возможно, вы сейчас его со мной разделите, что все куда-то мчатся, гонятся за какими-то нереалистичными целями. Все говорят вот про этот кач, дрочь, как поднять тестостерон, а сколько жмешь на раз, а сколько тянешь, а сколько похудел, а сколько набрал мышц, а как стать мужицким мужиком, а как накачать вот такие вот ягодицы. И я смотрю, как люди крутятся, как белки в колесе. Попробовали одну систему, не помогло. Попробовали другую, тоже не помогло. Диета одна, диета другая, выгорание, накопление, выгорание, забросил, вернулся, травмировался, снова забросил. И когда я смотрю на это все, хочется сказать: воу, вы чё, ребята, полегче, успокойтесь, вы куда мчите? Обратите внимание, что именно так выглядит погоня за нереалистичными стандартами, за нереалистичными целями. Не подыгрывайте этому, не снабжайте этот канал деструктива своей энергией. Конечно, зеркальные нейроны у нас в мозге появились до того, как человек научился собирать информацию и анализировать ее в систематических обзорах и метаанализах. И как бы не хотелось просто повторять за теми, кто выглядит больше, выглядит лучше, более сухим, каким бы очевидным мне казалось, что ну не просто так они вот так вот хорошо выглядят, значит, что-то знают, значит, что-то они умеют. Систематические обзоры и метаанализы, и вообще наше умение анализировать информацию, выбирать наиболее оптимальный путь, наиболее оптимальные варианты для нас лично, все равно в конечном итоге оказывается более объективным, лучшим решением, потому что что? Потому что наука. Но зеркальные нервы пока что побеждают, и так выходит, что те, кто транслирует и представляет идеалы фитнеса, всем своим поведением, всем своим образом жизни противоречат тем самым настоящим идеалам, на основе которых фитнес и создавался. И чтобы отстраниться от всего этого, посмотреть со стороны, немного остыть, давайте обсудим 4 суровые, но очень важные и правдивые истины, которые помогут более рационально взглянуть на ваш тренинг, на ваш подход к фитнесу и на свой образ жизни. Первая суровая истина говорит о том, что результат в фитнесе относителен. Когда мы говорим про условия соревновательного спорта, то в данном случае результат – это константа. Вот хочешь выиграть, тебе конкретно такой результат нужно показать. Хочешь быть первым, пробежать быстрее всех, нужно показать определенную скорость, определенные цифры за какой-то отрезок дистанции. Хочешь побить мировой рекорд, ну тогда вот эту планку тебе нужно преодолеть. В условиях бытового атлетизма, фитнеса для здоровья и немножечко для фигуры результат – это переменная. У каждого свои физиологические условия, условия образа жизни, которые и определяют результат тренировок. И на результаты тренировок всегда нужно смотреть через эту призму. В первую очередь через призму своих генетических установок, с которыми вы пришли в этот мир, и через призму своего образа жизни, а не через какую-то призму абсолютизма, потому что только ситхи все возводят в абсолют. Вторая суровая истина гласит, что если вы начали тренировки, тренируйтесь регулярно, достаточно тяжело, постоянно прогрессируете и при этом до сих пор не накачались, то вы уже и не накачаетесь. У понятия накачаться нет четкого и определенного критерия, у каждого свое накачаться, для кого-то это, для кого-то это. Но давайте определим это таким образом. Вы с глубочайшим разочарованием осознаете тот факт, что то количество усилий и времени, которое вы тратите на тренировки, несопоставимо больше, чем то, что вы получаете на выходе. Если просто силовая нагрузка, пускай и не самая эффективная, ну, не подкованы вы профессионально в вопросах фитнеса, может быть, не подписаны на мой канал, подпишитесь, кстати. Если просто силовая нагрузка не делает ваши мышцы большими, значит, вам не дано иметь большие мышцы. И дело тут не в технике выполнения, правильных подобранных упражнений или кривом тренировочном сплите, потому что еще одна мини-истина: можно накачаться с отвратительной техникой и по самой безобразной тренировочной программе. И в большинстве случаев так и происходит. Те, на кого мы обращаем свой взор, кого копируем, пытаемся подражать, как раз таки такие предрасположенные, они от природы хорошо растут, они могут продолжать тренироваться неэффективно, потому что им без разницы, они и так вырастут. Зачем им копаться, внедряться во все это, если в конечном итоге результат будет тот же? Они могут допускать ошибки и позволяют себе это. Они могут проводить кучу времени в тренажерном зале, чтобы исправлять эти ошибки, им это даже нравится. И если их это устраивает, то окей, без проблем. Это их жизнь, это их занятие, их дело, кредо, можно называть как угодно. Проблема возникает тогда, когда они начинают этот образ жизни, этот подход и стиль транслировать, популяризировать как рабочую систему, которая будет
работать у всех. Начинают рассказывать про разную там крутую технику, жгучие комбинации упражнений, взрывные суперсеты, различные там прорабатывающие тренировочные программы. Ссылаются, как правило, на таких же предрасположенных, а не на какую-то объективную информацию. Ну а те предрасположенные точно так же говорят про те же тренировочные сплиты и различные упражнения, которые помогут почувствовать мышцу. Те, кто пытается это копировать, сталкиваются с полным несоответствием между прилагаемыми усилиями и конечным результатом, разочаровываются, уходят из тренировок, что еще хуже, могут получать какие-то травмы, в том числе психологические. Те, кто преодолевает этот момент, перерастает его, пытается оптимизировать свой подход, свою тренировочную программу. Но тут отступим и добавим еще пару мини-пунктов. Что сделает оптимизация? Оптимизация техники, например, сделает так, что вы будете реже травмироваться. И хотя правильная техника и корректное выполнение с точки зрения биомеханики может привести к дополнительному мышечному приросту в какой-то там долгосрочной перспективе, она не выведет рост мышц на ощутимо новый уровень. А оптимизация тренировочной программы сделает лишь так, что за меньшее количество усилий, за меньшую самоотверженность вы будете получать тот же мышечный прирост, что дан вам природой. А освободившееся время вы сможете тратить на то, что приносит больше удовольствия в жизни. У каждого это свое, там семья, карьера, хобби, путешествия и так далее. То есть оптимизация – это то, что помогает получать то же самое за меньшие инвестиции времени и усилий. Третья важная суровая истина говорит о том, что в условиях, когда вы последовательны в тренировках, регулярны, постоянно прогрессируете, та скорость мышечного роста, которую вы достигаете при таких тренировках, это ваша настоящая, естественная скорость мышечного роста, которая дана вам природой. И выход на новый уровень возможен только в том случае, если вы будете посвящать всю свою жизнь тренажерному залу или начнете использовать анаболические стероиды. Но я надеюсь, вы никогда не будете это делать. При этом существенно отличаться рост мышц от вашего естественного будет только во втором случае. Четвертая суровая истина говорит о том, что ваши ожидания от своих результатов, от своих успехов всегда будут завышены. Потому что те, кто транслирует фитнес, всегда будут больше вас, всегда будут тренироваться больше вас. Часто они будут использовать анаболические стероиды и по понятным причинам, учитывая все последствия, будут скрывать это. Тем не менее, они будут это делать и будут формировать нереалистичные нормы и стандарты внешнего вида, прогресса, силовых показателей. А вы в попытке угнаться за этими стандартами и нормами будете обламываться и разочаровываться. Поэтому не будьте тем, кто разочаровывается. Продолжайте идти, продолжайте тренироваться, несмотря ни на что. Любой ваш результат тем и ценен, что он ваш, что он не где-то на бумаге, не где-то там в будущем и не у кого-то в блоге. А вот он здесь, вы на него смотрите, вы его получаете и можете ему радоваться. Он показывает, что вы можете меняться, можете прикладывать усилия и расти, потому что рост – это цель, а не навязанные стандарты. Давайте уже начнем разделять фитнес, фитнес для здоровья от профессионального бодибилдинга. Хотя все еще так заведено, что именно последние являются крайней инстанцией подкованности в фитнесе, на деле оказывается, что их цели и их образ жизни, которым они достигают эти цели, не могут позволить себе подавляющее большинство из вас. Много мешанины происходит вокруг тренировок, потому что перемешано профессиональное отношение и стремление к постоянному прогрессу, постоянному росту и тренировками для здоровья и какого-то нормального внешнего вида. На самом деле там все просто. Вот если разделить зерна от плевел, там все просто. Тренинг и результат в тренинге строятся на фундаментальных закономерностях, которые давно выведены. Заключаются в четырех простых пунктах. Первое – это регулярность. The most important thing is consistency. To do it over and over again, at least several times a week. Это самое важное. Какая бы крутая, совершенная, индивидуальная тренировочная программа у вас не была, если ее не выполнять, то никакого результата не будет. Второе правило – околоотказной тренинг. Training hard, training in a fairly close proximity to failure. Каждый ваш подход должен быть достаточно тяжелым, а все усилия сосредоточены на то, чтобы выполнять как можно большее количество повторений или как можно больше вес в каждом отдельно взятом подходе. Третье правило – необходим достаточный тренировочный объем, который соответствует вашему тренировочному стажу. Volume been shown, I think, to be a driver of hypertrophy. Если вы не знаете свой стаж, то переходите в это видео про генетику. Там вы найдете ссылку на калькулятор, который этот стаж поможет определить. После определения стажа вы будете понимать, какой тренировочный объем вам необходим. Но также в выборе тренировочного объема важно понимать свою скорость восстановления, а она может меняться в разные жизненные периоды.
И в зависимости от этого тренировочный объем необходимо менять. И четвертое – это рост рабочих весов и постоянная прогрессирующая перегрузка, которая и показывает то, что адаптация к нагрузке происходит успешно. А все остальное – дело индивидуальных настроек. Поэтому будьте рациональны, действуйте здраво и хороших вам тренировок.